Анонс и точная дата выхода 4 серии нового турецкого сериала «Пробуждение. Великие сельджуки». 4 серия сериала выйдет в эфир 19 октября. С русской озвучкой серия будет доступна на следующий день. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Мелик Шах посылает своих доверенных людей в стан врага. И им необходимо будет тщательно все разведать и затем определить самые слабые места врага. Ведь только так поход может быть успешным. И Мелик Шах одержит победу в предстоящей битве, если будет заранее хорошо подготовлен. И тогда ни одна сила не сможет устоять перед его войском. Мелик Шах начинает строить план дальнейших действий. Но он не подозревает о том, что этот момент его подданные, а также люди, которых он считает своими близкими друзьями, затевают организовать мятеж. Эти люди намерены убить Мелик Шаха для того, чтобы прибрать власть в государстве в свои личные руки. Мелик Шах предупреждает своих воинов о том, что им предстоит отправиться на очень важное задание. Перед ними стоит сильная крепость, и если они не смогут ее завоевать, то она уничтожит их. Крестоносцы также не сидели без дела, и им удалось устроить засаду для Мелик Шаха. Они должны будут привести его живым. Но если этого не удастся сделать, то убить правителя вражеского государства. Полководцу Андреасу необходимо будет сделать выбор, и он должен решить, перед кем они станут волками, а перед кем окажутся беззащитными ягнятами. Напомним, 4 серия сериала выйдет в эфир 19 октября. Нравится сериал? Ищите выхода новых серий? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.